Итак, дальше, давай, Furious кейсы. Вот просто Furious кейсы. Добивать, крутить, а возможно нам выпадет нож. Эх, там еще Forest Spirit прилетел, ладно. АВМ Scratch, ну ничего так. Так, Furious кейсы. Крутим-вертим, Furious кейсы. Ну же, что-нибудь годненько, АВМ Гирыч рядом. О, Фама Статрек. Давай дальше крутить Furious кейсы и смотреть, что же нам сейчас падает! Да! Да! Ну, наконец-то я так волновался! Я не хотел тебя оставлять без ножа! Ну, наконец-то! Керамбит Юниверс! Солнышко, ну вот тебе вот выпал! Ну, везучая ты сегодня! Офигеть! Наконец-то! Многие спросят меня: «Веля, откуда у тебя такой инвентарь?» А я им скажу, что 1xBet спонсор этого видео. Там большие выигрыши. Быстрые выплаты – это самый надежный сервис. А также там не только спортивные рубрики, но и киберспорт. При регистрации и первом депозите 1xBet дарит бонус на 6500 рублей по моему промокоду. Промокод и ссылка в закрепе в комментариях. А мы погнали к ролику. В надежде, просто в дикой надежде, сейчас выбить нож с Origin кейса! Ну же! Ну, опа-на, G22, Статрек! Офигеть! Статрек, G22 Nest! Братан, знаешь, я еще... Знаешь, как я тебя еще удивлю? Мы заходим, берем Фамас Фури, берем Архана, берем Статрек и заходим, видим вот эту тему и покупаем тебе еще Статрек! Еще Статрек Аркану, чувак! Два Статрек Арканы! Господи! Я тебя поздравляю! Я не знаю, какими судьбами, но почему-то ты, Полина, на статреке просто дико везучая. Так, у нас осталось два rival кейса. Давай откроем, посмотрим, что же нам сейчас выпадет. Возможно, что-то еще статрековское. АВМ Genesis! Аркана! Поздравляю! Е-бой! Это офигенно! Это офигенно! Как у тебя дела с АВМ обстоят? Посерединке. Хорошо. Открываем кейс, который посередине. Furious коллекция. И что же? Да! Господи, еще и Фури тебе! Какая ты везучая! Именно посередине и именно там тебя ждал Фамас Фури! Поздравляю! Офигеть! Две арканы! Это просто бомбическо! И последний rival кейс, и дальше мы выводим G22, получится, арканочку вам на аккаунт. Итак, давайте, rival кейсик, ну же, что-нибудь годненькое, ну... О, нож! С последнего кейса! Поздравляю, ребятушки! Поздравляю, нож с последнего кейса! Так, подождите, я тут наушники откинул, наушники у меня упали, я пока что вас не слышу. Ёлки-палки! Это просто бомбическо! Это просто что? Поздравляю, ребята, с первым ножом! С первым ножом! Это клёво! Это просто бомбически! G-команда Luxury и... Лорел. Да. Самые любимые ножи. Кстати, мне тоже нравятся эти ножи. И мы в это время открываем следующий кейсик и смотрим, что же нам сейчас падает. Genesis! Аркана, братан! Есть! Без арканы мы тебя не оставим. Без арканы мы тебя не оставим. Ну что, АВМ? Genesis, да. На твоем аккаунте. Блин, поздравляю. Это же очень круто. У нас впереди еще три кейсика, блин. Давай дальше. Бустик. Открываем следующий rival кейс. Смотрим, что же нам сейчас выпадет. Карбон, может быть то, что трековский. А, черт, вот было бы прикольно. Карбон статрековский. Было бы прикольно. Так, ладно, G-команда. А, G-команда, крутим, вертим, Rival кейсик, ну же! Rival, ну-ка, выдай нам что-нибудь! О, да! АВМ Genesis, Аркана залетает к тебе в инвентарь! Офигеть, братан, смотри, я как... Я же говорил, что мне повезет с кивал кейсов. А ты говоришь? Да, легендарочка и ножи выпадай. Офигеть, давай, открываем Rival кейсы с заклинанием, с бустами, смотрим, что... Да ладно! Вторая Аркана! Нож тебе вылетает, братан! Офигеть, Офигеть! Ну же,
Desert Eagle Red Dragon, ты серьезно? Ты серьезно? Синька нам выпала, Анда. Давайте без буста Furious Case откроем, посмотрим. Ой-ой-ой-ой, AKR Sport, кстати. AKR Sport Epic еще выпал. Хорошо, кстати, AKR Sport, я видел твое самое любимое оружие. Но мы идем дальше открывать кейсики, смотреть, какие же еще... Опа-на! 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 Опа-на, братишка! Нож тебе выпал! Керамбит Юниверс! Ну я же говорил, так стендов и работает. Если падает синька и эпики, то тебе рано или поздно залетит нож. Арканочка, братишка, поздравляю тебя с первым ножом на аккаунте Керамбит Universe. А у нас впереди еще куча кейсиков. Давай посмотрим. Страсть на колесо. Ну, это уже Desert Eagle Red Dragon. Блин, хотелось бы статрековский, правда. Ладно, крутим, вертим дальше. Где-то вот попахивает ножом. Черт его побери. Итак, о! Аркана! Аркана! Аркана Forest Spirit, бро! Офигенно. Офигеть. Ты, кстати, с P350 игра... Ну, вот теперь точно будешь играть. Я тебе серьезно говорю.